Призывники отмечают свой праздник каждый год 15 ноября. Появилась эта важная дата в 1992 году, когда 12 ноября вышло особое распоряжение президента. В документе отмечалось, что праздник должен повысить престиж воинской службы и повлиять на военно-патриотическое воспитание молодых людей. В нашей стране День призывника отмечают по-разному. Некоторые молодые люди бреют головы и вступают в ряды наших вооруженных сил, а другие же вступают на скользкий путь уклонизма. Сегодня, как вы уже поняли, мы поговорим о службе в армии, а точнее о том, почему идут в армию, чего боятся мужчины, думая о предстоящей службе, и почему многие из них пытаются избежать всеми силами жизни в казарме. Армия – это школа, так скажем, мужества для парней, и она помогает им понять, что Родина – это все-таки немаловажная часть их жизни, что нужно знать, как за нее, если придется, бороться, чтобы знать, как защищать свою Родину. Это поможет им воспитать свои какие-то мужские качества лучше. Ну и если начнется все-таки какие-то военные действия, то кто как не парни, кто как не наше мужское население нас защитит. Я считаю, что армия – это своего рода как бы школа мужества. Я считаю, что каждому молодому человеку следует ее пройти. Вот. Ну, конечно, немножечко стыдно, то, что некоторые молодые люди современные сейчас как бы уклоняются от этого. Но наше, по крайней мере, поколение все хотят служить в армии, большинство. Потому что сейчас армия очень нужна для работы, для многих работ она требуется. И поэтому, ну, мое личное мнение, что все-таки сейчас наше поколение стремится служить в армии. Я считаю, что заставлять никого нельзя, потому что, во-первых, в этом нет смысла. Появляется больше людей, которые избегают этого, которые делают плохо со своим здоровьем, чтобы избежать этого. Я считаю, что в армии должен служить каждый человек, мужчина, потому что, ну, это все-таки большая ответственность. Они несут долг перед своей родиной, страной. Ну, у меня, например, в семье дедушка, прадед, отец, все служили. Мое личное мнение, пускай те люди, которые хотят делать военную карьеру, и идут ее делать. Просто есть люди, которые... Люди же нужны, наука, вот как бы развитие, все образование. Ну и поэтому желательно, конечно, бы, чтобы как бы служили те, кто хочет служить. Я считаю, что каждый парень должен прослужить в армии, потому что, во-первых, сейчас не берут на государственную службу. Нельзя будет потом устроиться на работу по профессии, по которой ты хочешь устроиться. Ну и армия, она как бы, ну как говорят, учит жизни и учит поведению в обществе. И уважают как бы людей, которые... в армии. Я считаю, что служба в армии должна быть по контракту, потому что далеко не все люди готовы там служить, и обязательная служба в армии, на мой взгляд, считается больше насилием. Я не знаю, что еще сказать, но помимо всего прочего, немного льгот людям, которые отслужили в армии, чуть побольше. Лично я туда не хотел бы попасть. И не потому, что я слаб, или не потому, что у меня со здоровьем проблемы, я просто желаю приносить пользу как-то по-другому, и вообще это было бы неприятно. У меня достаточно предвзятое отношение к армии, я слышал много интересных, замечательных историй от людей, которые там бывали. У меня много знакомых мальчиков, которые по-разному относятся к тому, к армии нужно служить или нет. Кто-то считает, что прослужить надо, а кто-то считает, что просто год службы — это потеря времени. Но мое личное мнение, что служить нужно, что это долг каждого мужчины, и год — это не так уж и много.